Она спазмировалась без крови. Она на зонде. Красивая, правда? Хотите, оставлю? Вы на ватмане сделаете в квартире? Нет, серьезно, на белом ватмане. Будут приходить гости, а что? Между прочим, интересно. Оказывается, Яна будет пробовать. Я же тебе говорю, ты меня не слышишь. Меня если только ударит, Таня, я тебя убью. Представляешь, Клаш? Я стою на операции, делаю Богу угодное дело, оперирую. Пациент доволен, честно? Ну, не сложно это понять, наверное, да. Но вам больно что-то? Ну, мне не больно. Вену увидели? Да, видел, да, супер. Вот, это видео специально для его супруги. Ага. Вот, которая наверняка смотрит в палате. Или, не знаю, пошла погуляла, отдохнула от своего мужа. Надоел он ей, может быть. Шучу. Друзья, удалили варикозную вену. Мне пациентка писала вопрос. А что будет, если ее оставят и вообще до родов? А, лучше оперировать или нет? Да, нужно оперировать, желательно, женщинам, потому что, к сожалению, тромбозы возможны. Даже у нашей сотрудницы, вот сегодня Таня говорит, пошел тромбоз мультифокальный, то есть по всем сосудам. Так что нужно себя, друзья, беречь. Вот такая вена, да? Только внизу не показывают, а ничего, это уже этика врачебная. Вот такая венка. Красиво, да, Вит? Паша, вообще надо снимать вену. Вот такая вена, она еще съежилась, она еще больше. То есть она от лодыжки до паха. Mm-hmm. Вот, если я ее растяну, конечно, она еще длиннее будет, но она спазмировалась. Mm-hmm. Слушай, прям по таким напряжениям, я тяну ее, она не будет. Красиво, да, вес полтора метра. Вот, таблетки не помогают. Когда меня спрашивают, таблетки от варикоза, вот если эта вещь больная, как может таблетка помочь? Не верьте, друзья, вовремя лечитесь, обследуйтесь и оперируйтесь, чтобы у вас не было на будущее никаких проблем. Вот. Я думаю, сейчас у пациента будет, может, во Франции. Вот, и все будет очень-очень хорошо, друзья. Вы себя хорошо чувствуете сейчас? Да, хорошо. Голова не болит? Нет. Не тошнит? Нет, все прекрасно. Отлично, прекрасно. Может, ты мне тоже сделаешь анестезию, чтобы было прекрасно? Сейчас закончим, да? Ложись. Все, друзья, всем хорошего дня. Записывайтесь, пожалуйста, через директ и так далее. Все, до свидания.